героев стороны кубанской из фильмов знаем мы и книг. Смотрю на памятник Бершанской, что Аполлонов ей воздвиг, и размышляю о поступках, отважных, совершенных ей. В ее руках, по-детски хрупких, была судьба Кубани всей. Под предводительством Бершанской существовал гвардейский полк. «Ночные ведьмы» назывался и выполнял достойно долг. Сквозь тьму на резвых самолетах врагов тревожили покой. И в дождь, и в снег, в слепых полетах со злом боролись в час ночной. Родную землю защищали с войсками всеми наравне. От скверны мир освобождали, чтоб наступил покой в стране. Героев стороны кубанской запомнят люди на века. Спасибо летчице Бершанской и дочерям ее полка.